Буррито – мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепешки, тортильи, в которую завернута разнообразная начинка. Предлагаю в качестве начинки взять фасоль и куриную грудку. Получается очень вкусно и сытно. Так как я готовила буррито не только для взрослых, но и для детей, острые ингредиенты исключила. Но вы можете давить сальсу или перец чили. Блюдо получится с перчинкой. Как приготовить буррито с фасолью, смотрите в пошаговом рецепте. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи и зелень хорошо промойте. Куриную грудку помойте, посолите и обжарьте на оливковом масле с двух сторон до готовности или приготовьте на гриле с соусом барбекю. Лук и зелень мелко порубите, перец нарежьте соломкой. Мясо нарежьте тонкими пластинами. На сковороде в небольшом количестве оливкового масла обжарьте лук, затем добавьте перец. Через пару минут добавьте фасоль и томатный соус. Потушите все 2-3 минуты и добавьте петрушку. На тортилью выложите чистый лист салата. Затем куриное мясо и фасолевую заправку. Заверните начинку в тортилью. Сначала подверните нижнюю часть, затем два боковые. Буррито с фасолью готово. Приятного аппетита!